Франк, я думаю, ты сможешь это сделать. Простую вроде бы вещь. Я что, говорю со слом? Не надо. Большим, очень упрямым, тупым ослом по имени Кром. А скажу тебе еще одну вещь. Мне не нравились твои пирожки. Никогда. Ну все. Где он? Это мой голос? Это мой голос? Ну что делать? Нет, не бросай! Я и не собираюсь, идиот. Я собираюсь это выбить. А как только ко мне возвратится мой чудный облик, я прикажу убить...